последнем попадании все-таки на стороне Калмыкова должно быть преимущество именно за счет передней руки. Да, вот сейчас она больше даже сказывается во время этой речи, но большого преимущества явно пока не чувствуется, и от того интересно. А в целом, мне кажется, в этом поединке и не надо было ожидать какого-то большого преимущества от кого-либо. Это в любом случае очень эмоциональное противостояние, и здесь может в любую сторону все качнуться. Я вот как в начале этого боя сказал, что не жду крайне большой динамики от этого поединка, потому что это очень опасно. Да, много на кону стоит. Динамика. Они оба заряжены, и оба не просто так стоят, без разведки не заходят. Но мы видим, сейчас не форсируют. Посмотрим, его слева пробивает через руку.